Всем привет! Вот и закончилась первая гонка. Наверное, не совсем так, как мы хотели. Артем застрял на стартовой решетке, и его поздно толкнули, и он уже выехал в круге от лидеров. Но что хорошо, что боролся, приехал 15-м, но обидно, потому что был в конце самым быстрым вообще на трассе и, в общем-то, сегодня заслуживал бы на подиуме. Тада прекрасно боролся, посередине гонки пошел мелкий дождь, и он на сликах по морковой трассе прекрасно боролся с соперниками. Показался с прекрасной стороны, к сожалению, закончил 9-м. Чуть-чуть не хватило ему, чтобы стать 8-м и завтра стартовать с 1-м. Ну, посмотрим, завтра будет день и еще одна гонка. Всем пока!